політика – мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». Как всегда, в пятничный вечер с вами Андрей Остров и Игорь Пох. Здравствуйте. Мы продолжаем разбираться в политических баталиях, но сегодня мы поговорим не совсем о политике. Мы сегодня поговорим о таком страшном слове, как инвестиции. Потому что вокруг этого слова, ну, наверное, только ленивый не пиарился. А что же это такое? Как, что это приносит? Как это выглядит? Мы сегодня как раз и поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Артем Василенко. Добрый вечер, Артем. Спасибо, что пришли к нам. Артем, ну, по-моему, вы один из лучших, по моему мнению, специалистов в области инвестиций. Инвестирование, поскольку вы занимаетесь поддержкой бизнеса и представляете региональный центр. Давайте так, что такое инвестиции вообще? Что это? Какой это физический смысл этого слова? Потому что, ну, слово красивое, иншомовного походжения. Ну вот что такое вообще инвестиция? Ну, давайте начнем с того, что действительно поймем с базового понимания. Ну, в первую очередь, инвестиции — это те средства денежные, либо это некие материальные ресурсы, которые вкладываются в тот или иной объект, бизнес-объект, на той или иной территории с целью получения прибыли и дальнейшего возврата. То есть, условно говоря, вы как предприниматель, имея некую бизнес-идею, понимая, на какой территории этот объект, ваш бизнес может быть размещен, выбирая для себя наиболее подходящее место, значит, вносите денежные средства, приобретая участок земли, сооружение, здание, оборудование для производства. И, соответственно, ожидаете, что в определенный период времени вы сможете, во-первых, заработать достаточно средств, чтобы вернуть ваши инвестиции, получить приемлемую для вас норму прибыли и иметь возможность, скажем так, этими средствами распоряжаться. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот если мы говорим о том, что это все-таки, ну, это классический бизнес, то есть, например, конечно, я там построил магазин и хочу там, вот, там через 5 лет забрать эти деньги плюс что-то заработать, да, то есть это фактически бизнес-идея. Почему вокруг, вот как вы считаете, почему вокруг вот этого слова инвестиции такая вот большая пляска политиков? Вот, то есть, ну, в чем прелести? И, а самое главное, каким образом можно стимулировать такое инвестирование? Ну, смотрите, вообще и политические телодвижения вокруг самого понятия инвестиции, с чем это связано? С тем, что, в принципе, любое развитие любой территории, от там объединенной общины сегодня в рамках децентрализации там района, города, страны, то есть приток инвестиций — это один из факторов, который обеспечивает вообще экономическую стабильность. То есть я бы выделил три основных момента, да? То есть это приток рабочей силы, второе – это приток капитала, инвестиций. Третье – это производительность труда. Если с производительностью труда, да, можно как-то работать, и мы это понимаем, притока рабочей силы в Украине и в Николаевской области этого нет. У нас есть как раз отрицательный показатель, у нас идет отток рабочей силы. Вот фактор приток капитала – это фактически вот единственный инструмент, на который нужно стараться воздействовать, создавая благоприятные условия, чтобы деньги или и бизнес-проекты пришли на территорию, соответственно, создали новые рабочие места, создали возможность внесения средств в бюджеты всех уровней. А отсюда идет первое, и возможность решать какие-то инфраструктурные вопросы, то есть строить там дороги, приводить в порядок инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Поэтому, когда мы говорим, и политики сегодня говорят, что вот, там, давайте инвестиции, да, это хорошо. Вопрос, что вы, политики, сделали для того, чтобы действительно Украина в целом и каждая территория сама по себе была конкурентоспособной в борьбе за вот эти инвестиции. Угу. Причем вот, да, давайте еще, чтобы наши зрители услышали, не нужно все-таки сегодня зацикливаться, я бы этого не стал делать, на внешних инвесторах. Сегодня в Украине есть достаточно капитала у украинского бизнеса, у жителей страны, который мог бы здесь работать.
Поэтому, знаете как, дорога, работа с внешним инвестором такая длинная, работа с внутренним инвестором, она короче и проще. Поэтому, на мой взгляд, сегодня актуально было бы делать фокус на работу с внутренним инвестором. Как вы считаете, какие, вот, давайте вот еще разберемся вот в каком вопросе. Прежде чем мы перейдем вот к самой Николаевщине, да, вот с точки зрения инвестирования, давайте разберемся, какие есть внешние факторы, по-вашему, препятствующие вот притоку инвестиций, то есть имеется в виду уровня страны, да, уровня государства, и какие есть внутренние, на которые местные политики могут оказывать, ну, скажем так, влияние, ну, стимулируя или наоборот, не стимулируя, у нас и такое бывает. Вот как вы считаете? Вы знаете, недавно было опубликовано очень интересное исследование Всеукраинской бизнес-ассоциации, которое фактически отражает эту картину. То есть ключевые факторы, они актуальны как для Украины, так и для любой другой страны. Значит, это первое – коррупция. Второе – это защита имущественных прав. И уже где-то там третьим, но в рейтинге в процентном выражении гораздо дальше – факторы там, военных действий и прочее, прочее. То есть такой нестабильности некой, да? В первую очередь это коррупция. А коррупция это что? Это непонятные правила игры, это отсутствие честной конкуренции, это нездоровый протекционизм. То есть это вот непонятные правила, понимаете, которые создают, во-первых, лишние финансовые издержки и просто риски бизнеса. Вот. Ну и второй фактор, то, о чем я говорю, это... скажем так, невозможность бизнесу нормально работать на той территории, о которой мы говорим. То есть глобально, ну вот давайте, у Игоря есть вопрос. Игорь, пожалуйста. Да, вопрос как бы, ну, в контексте или в продолжении того, что сказал Андрей. Вот меня давно уже интересует в процессе инвестирования, неважно, внутреннего, внешнего, такой фактор. Вот возможность, не желание, а именно возможность, например, местной власти, либо районной власти, неважно, вот там какой-то райцентр, либо город Николаев, да, возможность местной власти что-то предложить любому инвестору, стимулировать такое, предложить то, вот те условия, на которых, например, какой-нибудь инвестор, украинский ли, иностранный ли, неважно, захочет построить здесь какое-либо производство. Потому что магазин, ну это такое дело, безусловно хорошо, но если нет производства, не будет за что покупать в магазинах, да, у людей денег. Вот. Что я имею в виду под возможностями? Например, возможность потенциальному инвестору не платить какое-то время, там лет 5 налог на землю. Возможность этому же инвестору не платить там какие-то еще местные налоги, там акцизы местные, там еще ну, какие-то вообще, в принципе, да. Вот есть ли у местной власти такие возможности? Потому что если нет возможностей таких, да, то как бы инвестор, любой, опять же, потенциальный инвестор смотрит, ну, а какой мне смысл идти вот в Украину, да, и когда я могу там в какую-нибудь Словакию пойти, или там в Болгарию, где этих возможностей больше гораздо. Понятно. Вот. Значит, ответ на ваш вопрос на самом деле достаточно простой. Безусловно, то, о чем вы говорите, это вот как раз есть фактор конкурентоспособности территории. То есть за что конкурирует сегодня, скажем, Николаевская область с Одесской, с городом Костанца, с Варной, допустим, если мы говорим о регионе Черного моря, да? То есть где есть схожие факторы, допустим, там, морской логистики и так далее. То есть как раз конкурируют между собой территории тем, что есть ли возможность создать благоприятные условия. Значит, у органов местного самоуправления, не органов власти, органов местного самоуправления такие полномочия есть. Безусловно, они недостаточны. В разных странах, безусловно, они по-разному законодательно определены. На мой взгляд, сегодня, если мы говорим, что реформа децентрализации уже фактически идет, то этих полномочий станет еще больше. И как раз вот ответственность за создание конкурентных условий лежит на органах местного самоуправления этих территорий. И эти инструменты есть. И когда вы говорите, что основным там, инструментом может быть, например, там, снятие или там, какие-то льготные режимы налогообложения по местным налогам и сборам, вы знаете, для добросовестного инвестора это не всегда ключевой фактор. Если созданы понятные условия, если бизнес
ну, достаточно высокой степенью доходности, то при прочих равных он может принять там те или иные правила игры, особенно что касается местных налогов и сборов. То есть это пласт ответственности на местном уровне. Безусловно, есть целый ряд регулирований, которые определены законодательством. И здесь, конечно, у Украины есть успешные, скажем так, законодательные инициативы, есть, к сожалению, то, что нас тянет назад. К успешным, ну, та же, условно говоря, реформа Прозора, это безусловный плюс, который сегодня рассматривается, в частности, для тех инвесторов, которые ориентированы на производство товаров, услуг, которые будут потребляться и на национальном рынке, то есть возможность получать в открытом, через открытую конкуренцию заказы от бюджетов, государственных предприятий и так далее. То есть для них это тоже плюс, это аргумент в плюс. У органов местного самоуправления тоже есть возможность. Это возможность создавать условия через земельные аукционы, то есть подготовка земельных лотов, вынесение их на открытую продажу, собственно говоря, вот это один из инструментов. Я прошу вот прощения, сейчас... вот я хочу, извини, Андрей, вот я хочу все-таки вот здесь прояснить по поводу вот земельные аукционы. Ну, смотрите, ну, в любой стране есть примеры, да, их можно там откуда-то выдергивать, там, и европейские, и не только, и азиатские, и там ближневосточные, неважно. Есть примеры, когда страна, государство находится в определенных сложных экономических условиях, да, и обязательно, то есть как воздух нужны вот эти инвестиции, то есть приток денег, а деньги это производство, ну и так далее, по цепочке, да, то государство и как государство и местным властям дает больше, да, вот полномочий для того, чтобы они любыми путями и способами притягивали и затягивали этих инвесторов. Ну, когда мы говорим о земельных аукционах, я говорю, например, о том, чтобы, ну, например, вот есть у нас условно где-то там кусок земли, который принадлежит городу, да, отдайте его бесплатно на определенных условиях, то есть привязать инвестора, мы вам отдаем. Ничего нам не нужно. Не дай бог там взятки какие-то, не нужно никому, ничего. Землю бесплатно отдаем, только стройтесь, делайте производство, рабочие места и так далее. То есть это нормально. Еще, это а нормально. Вот когда аукцион, вот тут начинаются факторы коррупции. Нет, вот, например, я с тобой не согласен. Подождите, значит, еще раз. Мы говорим о разных инструментах, да? То есть если есть у нас несколько там земельных лотов, и мы понимаем, что они достаточно интересные и привлекательные, мы даем возможность в открытом аукционе через... Во-первых, получить информацию в электронном виде. Во-вторых, провести открытый аукцион и реализовать земельный участок на конкурентных условиях, это не значит, что к этому всему у нас в довесок идет еще там целый эшелон коррупции. То есть свободный рынок, который позволит нормально приобрести заинтересованному инвестору земельный участок для сооружения там, того или иного объекта, когда уже решен вопрос всех скажем так, весь пакет земельных документов подготовлен, понимаете? И тот, кто сегодня принял решение вложить, затем не становится заложником трех сессий, там, условно, городского совета, да, с непонятным там определением целевого использования, с абсолютно нерегламентированными сроками выдачи решения. Нет, мы говорим о том, что есть готовый пакет, готовый участок. Ты заплатил, а дальше, и получил. Да, ты приобретаешь. Но это только один из инструментов. Кстати, я хочу отметить, что в Николаеве прошли первые торги. Абсолютно. Первые торги на право аренды. Это вот в среду, на этой неделе, в среду в рамках «Горячей линии» был Антон Турупалов, он рассказывал как раз об этом. И сейчас получается, вот я, вот как этот инструмент у нас начал как-то работать. Да. То есть все прошли согласование, что этот там участок сдается в аренду, потом лот, ты сделал ставку, забрал и используешь. То есть как бы вот тут момент... Вот тут момент как бы не пересладить, да, отдавая бесплатно, под что? На каких условиях? Ведь бизнес, по большому счету, может тоже, ну, вот сегодня работает, условия завтра нет. Условия очень четко прописываются. Например, ну, если, можно для примера взять Турцию, да, как они строили свой курортный бизнес. Они отдавали бесплатно земли инвесторам.
все Черноморское побережье, и не только и Средиземноморское, они отдавали бесплатно. Только приходите, строите отели, строите курорты, а потом там, ну, бесплатно на какой-то период, там, на 5 лет, например, да? А через 5 лет вы начинаете Игорь, платить земельный налог, там, это и все еще, остальное. Еще раз, смотрите, модели... Это же, ну, как бы... Модели экономического развития... Если одни инструменты не действуют, мы с вами то посмотрим. Включаются... Должны включаться другие инструменты. Игорь, на самом деле этих инструментов достаточно много. И работают они практически но везде. Но результат... Еще раз. Результат... У нас, мы же о чем с вами говорим, да? На самом деле этих факторов-то много. То есть ты сегодня можешь приобрести земельный участок, начать что-то строить, да? У нас сегодня чехарда с газками, значит, ты даже разработав толковый проект, сегодня это газка областной, непонятно, как там все это дело происходит, к тебе приходят, от тебя ожидают платежей и так далее. Та самая коррупция. Та да? самая коррупция. И это один пример. По поводу... эффективного распоряжения и привлечения инвесторов, там, скажем, в какие-то уже существующие предприятия. Приведу пример. В свое время, некоторое время работал в Испании, консультировал испанскую компанию. Значит, там история такая. За 1 евро предприятие по производству бытовой техники, в свое время достаточно крупное, известное в стране, было продано фактически за 1 евро инвестору с обязательством сохранения определенного количества рабочих мест в той территории. Ну, собственно говоря, инвестор пошел на это, взяли это предприятие, они пошли по пути, сохранили то необходимое количество рабочих мест за счет аппарата управления, за счет группы по разработке и дизайну и группы технического контроля и логистики. Производство электронных, это была бытовая техника, производство, да, уехало в Китай. Но весь технический контроль, то есть каждая партия товара, приходившая, возвращавшаяся уже, вот скажем, на это предприятие в Испанию, значит, за счет того, что были люди, значит, повышалось качество технического контроля. Соответственно, предприятие могло конкурировать через гарантийный срок. Не 2 года, а в данном случае это было 5 лет гарантии на бытовую технику. И кроме этого, вся разработка, дизайн, проектирование и прочее, тоже все осталось, то есть достаточно... То есть перепрофилировали, была только сборка. Да. Но сборка, то есть там, где действительно себестоимость гораздо ниже, эффективность труда выше, ушло туда. Вот эффективность труда, это вот тот второй фактор, о котором я вам говорил в самом начале передачи. Давайте вернемся теперь к Николаевщине. Ну, то есть, смотрите... У меня есть тут два вопроса. Первый вопрос, это какие перспективы вы видите для Николаевщины, точнее отрасли инвестирования, я так бы это назвал. И второй вопрос, связанный со свободной экономической зоной. Выход ли это, не выход ли это, ну то есть что, какие там подводные камни, потому что этим тоже очень сильно манипулируют этим понятием, а понимания у большинства нет, что это такое. То есть все представляют, что это что-то хорошее, а может быть это и не хорошее. Давайте вот об этом и поговорим. Ну, смотрите, значит, отрасли, в которые инвестируют и которым имеет смысл помогать. То есть, безусловно, это те отрасли, которые уже сегодня успешны. То есть в том состоянии, в котором мы сегодня находимся, запускать и искать новую нишу, безусловно, этим нужно заниматься на перспективу, определяя стратегии. Но вот по состоянию сегодняшнего дня, конечно, нужно помогать и поддерживать те отрасли, которые уже работают и у которых есть перспектива. Да, безусловно, это сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции. И чем глубже эта переработка, тем лучше, потому что вся добавочная стоимость остается здесь, в стране. Безусловно, это транспорт и логистика, потому что все произведенное необходимо реализовывать. Значит, это... скажем так, для Николаевской области, это то машиностроение, которое сегодня есть, которое работает, которое имеет перспективы на рынках. Значит, о, скажем так, нашей брендовой в свое время отрасли корабли и судостроения, ну, мы с определенной, скажем так, уверенностью уже можем говорить, что в том объеме, как это было, никогда уже не будет. Изменились рынки, мы утратили в большей степени кадровый потенциал, поэтому... Если мы говорим, что удастся развивать транспортную морскую логистику, безусловно, судоремонт – это ниша, которой нужно заниматься. Значит, и
возможно, малотоннажное судостроение, что тоже сейчас постепенно, скажем так, работает для обслуживания инфраструктуры речного транспорта. Будем ли мы еще когда-нибудь также конкурентны на глобальных рынках в производстве судов? Ну, пока это большой вопрос. Ну да. И свободная экономическая зона, опять же, для Николаева, мы говорим об этом в разрезе того, что судостроение – это отрасль с длинными деньгами, плюс большая доля импортных комплектующих, где есть налог на добавленную стоимость, есть фактор уплаты налога на добавленную стоимость по первому событию, да, то есть мы завезли оборудование, мы его еще не поставили на судно, судно еще не продано, мы еще не получили деньги, а НДС уже надо отдать. Поэтому, как один из инструментов, да, он может быть, но, к сожалению, я не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Что такое свободная экономическая зона и какие ее преференции? Вот для наших зрителей можете? Смотрите, опять же, вот, свободная экономическая зона, специальные экономические зоны – это не что-то вот одинаковое для всех. То есть, это инструмент, который можно разработать, да, то есть, предусмотрев определенные там, лиготируемые позиции для стимулирования того или иного направления деятельности. Поэтому, когда речь шла о специальной экономической зоне для судостроения, безусловно, речь шла в первую очередь о том, о чем мы говорили раньше, о возможности уходить от оплаты налога на добавленную стоимость на импортные комплектующие для комплектации конечного продукта судов. Угу. Вот. Поэтому на самом деле это не что-то стандартное, повторюсь. Каждый раз это может быть что-то, какие-то вот законодательные моменты, льготы по тем либо иным факторам налогообложения и, безусловно, таможенной фактов таможенного регулирования. Хорошо, давайте вот еще какой вопрос. Смотрите, ну да, есть у нас достаточно успешный, собственно говоря, бизнес, я имею в виду сейчас Небулон, да. Это, собственно говоря, ну, в принципе, это и видно, и по объемам, конечно, и так далее. Это один из самых больших плательщиков налогов в нашей области. То есть мы можем сказать с большой долей вероятности, что у нас очень сильно, очень развита, сельскохозяйственный uh-huh. такой, да, вот область сельскохозяйственная, да. Ну, смотрите, 70% зерновой продукции Украины экспортировано через Николаевские порты. Да. Ну, вот вам цифра, которая, по-моему, достаточно наглядно говорит о том, о месте сегодня Николаевской области в сельхозпроизводстве и в морской логистике. Как вы считаете, эта отрасль, она ну, как-то вот с инвестированием может пересекаться? То есть можно что-то в этом развивать? Мы просто много раз уже говорили и в студиях, и на радио. Мы говорили о том, что когда-то старик Маркс был прав в своем капитале, когда говорил: «Додану вартість создавайте, и все, будет вам счастье». Да? Вот как вы считаете, почему этого у нас не происходит? Почему мы, ну, как, грубо говоря, сегодня продаем сырье? А не продаем какой-то продукт, создавая дополнительную стоимость вот эту? Ну, смотрите, значит, во-первых, ну, с точки зрения глобальных рынков, есть спрос на, скажем так, биржевые товары, там, пшеница, другие зерновые являются такими товарами, и есть спрос, безусловно, на рынке на эту продукцию. Поэтому все переработать у себя, ну, просто не получится, потому что рынок зерна гораздо больше, чем рынок продукции. Значит, поэтому есть место и для, скажем так, развития сельского хозяйства. А здесь что? Продуктивность и фактор цены. И государство, на самом деле, на эти вещи тоже очень серьезно может влиять. Потому что те же, например, транспортные тарифы железнодорожные сегодня находятся в сфере регулирования государства. И там на каждой тонне стоимость перевозки зерна, например, там из центральных областей Украины до Николаевского порта, очень серьезно влияет на прибыльность этого вида деятельности. А с точки зрения выращивания, безусловно, опять-таки, это интенсивные технологии, это качественный посевной материал, это доступность денег для финансирования посевных компаний, это доступность современной техники. Опять же, Украина, по данным компании John Deere, сегодня один из лидирующих развивающихся рынков по оборудованию для обработки земли. Ну, естественно. Так что, на самом деле,
рынок сельского хозяйства – это действительно для Украины очень перспективная ниша. Вопрос бережного использования земельных ресурсов, которые у нас есть. Угу. Потому что, в принципе, ну, земля имеет свойство истощаться, поэтому нужно правильно, и тут законы агрономии никуда не денутся. Вот. И те, кто готов, хочет здесь, знаете, как работать долго, безусловно, будут нормально относиться. Никто эту землю не соберет, в эшелон не погрузит и никуда не вывезет. Ну да. Поэтому... Хотя некоторые пытались, да. Вот у нас одна буквально минута. Давайте так. Какие, по вашему мнению, три законодательных инициативы должны были приняты парламентом, которые простимулируют инвестиции в Украину в целом? Как вы еще, по вашему мнению? Значит, ну, в первую очередь, должно быть доведено до своего логического завершения реформа судебной отрасли. Потому что до тех пор, пока имущественные права любого инвестора и гражданина не будут полноценно защищены, любая инвестиция будет сверхрискованной. Это, скажем так, ключевой момент. Второе. Борьба с коррупцией не на бумаге, а по факту. То есть это тоже тот фактор, который должен показать всему миру, что действительно вот в Украине есть потенциал, происходят изменения, и те коррупционные, антикоррупционные органы, которые недавно были сформированы, они такие работают. И это не декорация. Вот. Ну и, наверное, третье, это все-таки эффективная регуляторная политика. И тут есть целый пакет сегодня законодательных инициатив по упрощению регулирования. То есть вот как раз это и есть создание тех прозрачных, понятных правил игры, чтобы любой инвестор, как внешний, так и внутренний, имел возможность, вложив свои деньги, понимать, как он их использует, абсолютно, кому платить, сколько платить и когда. Иметь равные правила для конкуренции. Без преференций, без возможности чиновника влиять давить на бизнес, процессы, да, внутри бизнеса. Что ж, спасибо большое, Артем, за такую вот, ну, я бы не побоюсь слова, лекцию. Беседу. Да, лекцию даже. Спасибо большое. Я надеюсь, для наших зрителей ну, многие вопросы получили свои ответы. А мы встретимся с вами в следующую пятницу. Спасибо, что были с нами. Телеканал Николаев, с нами всегда интересно. До свидания.